Ну, все это, блин. Просто он, как бы, выйти иначе, если какой-то у них там конфликт с Крученко будет, и не сможет другой клуб работать. Ну да. Его уже просто никто не возьмет на тех условиях, в которых он металлисте, допустим. Но с другой стороны, если уже работает, так работает. Видимо, все в порядке. Да. Ну. Нахер они запаивают. Как будто я, блин, сейчас вот буду его раскрывать и пользоваться этой хренью. Этими долларовыми наушниками. Ну, я имею в виду здесь. Запаковывают так, запаивают. Кстати, надо же Мите спросить. Кстати, по дизайну похож на Sony чем-то. Там вот это вот на балдашник. Там есть Sony, вот то, что сзади такой закрученный. Глянцевый.